Сегодня в Тюмени дан старт городскому конкурсу «Педагог года-2015». Торжественное открытие прошло в школе искусств «Гармония». Наша коллега Ангелина Лесько увидела все своими глазами и готова рассказать, чем конкурс этого года отличается от предыдущего. Добрый вечер. В школе искусств «Гармония» открылся очередной конкурс «Педагог года-2014». На нем представили сегодня конкурсантов. Это 42 человека, воспитатели детских садов, учителя общеобразовательных школ. Впервые в этом году открылась новая номинация. Это «Педагог-психолог года». Конкурсанты в течение недели должны будут показать свой профессионализм. Они покажут открытые уроки, родительские собрания. А для своих коллег они покажут мастер-класс по различным предметам. Добавлю, что помимо учителей школ общеобразовательных и воспитателей детских садов в конкурсе покажут свой профессионализм также педагоги дополнительного образования, учреждений культуры, а также сферы молодежной политики и спорта. Итоговый день испытаний 19 февраля. Очень интересовала проблема реализации технологии проблемного обучения на уроках начальной школы. И вот я до сих пор этой проблемой занимаюсь, мне это очень нравится, и на уроках как раз хочу показать, как я это реализую.